идеи? Смотря о чем вы спрашиваете. Мыслями вы можете быть где угодно. Если мы говорим про ваше физическое тело, вы в кабинете психоаналитики. Зачем? Я не страдаю никаким недугом. Слышите? Я не больна. Я знаю. На самом деле болен я. И только вы сможете мне помочь. Человеку, который скрывает свое истинное лицо, уже ничто не поможет. Да и человек ли вы вообще? Тогда нашему обществу уже не помочь. Почему вы так считаете? Потому что все, абсолютно все, носят маски. Кто-то скрывается за чином и за машиной с мигалкой. Кто-то за ироничной улыбкой. А кто-то прячет свою жестокость. Абсолютно все носят маски. Оденьте же и вы. Зачем? Так будет проще разобраться. А когда все станет ясно, мы снимем маски. Ну, хорошо. Что вы видите на этой картинке? Я вижу праздник. А на этой? Я вижу друзей, которые пришли на этот праздник. Отлично! На этом празднике мы и проведем сеанс психоанализа. Не забудьте свои маски! В конце мы сорвем их! Ха-ха-ха!